Так, проверка работоспособности, обещанное видео. На открытие, ну, чтобы было одним пальчиком. Открывается, вот демонстрирую, одним пальчиком. Усилие минимальное. Также легко открывается в верхнем положении, зафиксировано. Сейчас попробуем обратно. Толкаю пальчиком. Это, походу, уже я мем запустил. Ворота открываются одним пальчиком. Классно, приятно. Шикарные ворота из Харькова. Из воюющего Харькова, на секундочку. Это ворота 22-го года. Как обещал в видео, после автоматизации ворот, автоматизировал Алютех 1200. Очень... легко, на удивление, монтаж происходит и настройки. Из особенностей, когда монтировал рычаг, надо сразу предусмотреть, чтобы рычаг был длинный, а не короткий, потому что на коротком направляющую погнул. Изначально казалось, что не хватает массив механизму, однако есть настройки, по умолчанию стоит на 2/3 мощности, увеличивается чуть-чуть, и все хорошо. Еще раз открываю. Как всегда, переходите на мой канал, здесь вы уже можете увидеть много видео, посвященных различным воротам, в том числе NZ-системе. Примеры от моих заказчиков, автоматизация, утепление, разные виды обшивки. Как видите, сегодня я приставил ворота с филенкой. Таких еще не было. Были и примеры с воротами гармошка. Как всегда, напоминаю, что мой канал работает как конструкторское ателье. Буду рад помочь вам сделать ворота вашей мечты. Обращайтесь, ставьте лайки, будьте активны, пишите комментарии. Всем удачи, спасибо за просмотр.